Меня зовут Турдыхаджаев Шахрат, мне 11 лет, я приехал с города Ташкент. Я вышел, завел зал, и мне не так было страшно. Почувствовал кайф песни, и это само получилось. Сначала появился Дмитрий Билан, потом Максим Фадеев. Я выбрал Максима Фадеева, потому что я его очень люблю и уважаю, как наставника. Кто эти люди, которые тебя со всех сторон окружают? Это мой папа, это моя тёся, мой брат. Ачи, так мы называем друг друга. Да. И София, моя подруга. И классно, да. Так подруга. Подруга. Я рад, что не просто я так человек удачи, я реально своим приношу удачи. Я уже который раз вот здесь в поддержку, и все мои друзья прошли. Вот, пожалуйста, в подтверждение того, что он сегодня сделал, я горд, я горжусь, что он мой брат. И то, что фраза «Ачи, человек удачи» – это реально так. А что за история с усами? Просто, когда еще не начался кастинг, когда я еще не знал, что я попаду на слепые прослушивания, папа сказал, если тебя выберут на слепых прослушиваниях, то он заберет усы. Так что мы последний раз видим сейчас усами его. Причем его без усов никто еще не видел. Но только при рождении мамы. Да, они у меня как появились 15 лет, с тех пор я пока с ними не расставался. Ждал хорошего повода. Вот этот повод мне сын подарил. Признайтесь, за сколько усы отрастут? Я даже не знаю, будут ли они расти, поскольку я еще эту процедуру никогда не проходил. Ура!